Друзья, привет! Меня зовут Александра. Я менеджер по продажам туристической компании «Курорт Эксперт». Мы приехали в город Ялта, и сегодня мы познакомим вас поближе с виллой Елена. Более чем вековая история сопровождает отель. Еще в 1912 году вилла Елена была устроена по образцу первых заграничных отелей и считалась лучшей в Ялте. Вилла Елена находится в самом сердце исторической Ялты, в 30 метрах от набережной. Отель окружает старинный вечно зеленый парк, который дарит гостям атмосферу спокойствия и уединения. Вилла Елена – это сочетание изысканной роскоши и поистине домашнего уюта. Вековой бренд был создан во имя добра, гармонии и процветания. Услугам отдыхающих историческое здание 1912 года, современное здание 2012 года, закрытая охраняемая территория, открытый бассейн с подогревом, паркинг, ресторан локальной кухни, бары, собственная кондитерская, винотека, свежие морепродукты. Также гости отеля могут воспользоваться такими услугами, как wellness-центр, салон красоты, тренажерный зал, теннисные корты, лаунж у моря, конференц-зал на 100 персон, галерея арт-бульвар, салон флористики, ювелирный салон. Вы можете приобрести путевку «Вилла Елена» онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру. Номера отеля от дизайна до мелочей – воплощение изящества и прекрасного вкуса. Итальянская мебель ручной работы, художественная роспись стен, изысканный дизайн, просторные балконы и террасы, ощущение гармонии в каждой детали. Холлы, лестницы и коридоры тоже впечатляют великолепием. В здании сохранился старинный лифт, который до сих пор служит гостям.
Второй корпус гостиницы тоже пятиэтажный, построен в 2012 году. Вилла Елена в целом предоставляет для заселения 43 номера. Каждый из них имеет датчики затопления и дыма, автономную систему подогрева воздуха, кондиционеры, мини-бары, сейфы, плазменные телевизоры и Wi-Fi, террасы и балконы с видом на окрестности есть почти в каждом номере. Философия отеля – объединить близких по духу и ценностям успешных людей планеты, создать комфортную, выгодную всем участникам среду бизнеса, отдыха и жизни. Отель «Вилла Елена» бережно хранит и развивает кулинарные традиции с 1912 года. Вы по достоинству оцените изысканную атмосферу ресторана, шедевры локальной кухни, уникальную винотеку, нежнейшие устрицы и лобстеры. Парадная лестница приведет вас на открытую площадку ресторана «Гранд Терраса», где вам предложат лучшие на побережье блюда локальной кухни, дополненные прекрасными напитками из собственной винотеки. Площадь ресторана 550 квадратных метров, где подается средиземноморская кухня. Отпуск на полуострове сложно представить без посещения его многочисленных интересных мест, таких как Ласточкино гнездо, без привлечения, считающееся символом Крыма, известное далеко за пределами полуострова, сказочный замок на самом краю скалы, Воронцовский дворец, который по праву считается одной из жемчужин Крыма, гора Петри, с которой вы можете полюбоваться живописными видами с высоты птичьего полета, одна из красивейших и спокойных мест Крыма – Балаклавская бухта, древний город крепость Чуфут-Кале, средневековая генуэзская крепость, возвышающаяся над Судаком, Евпатория, древнейший город, удачно сочетающий в себе прошлое и современность. На этом наша небольшая экскурсия по Вилле Елена подошла к концу. С вами была Александра, менеджер по продажам туристической компании «Курорт Эксперт». Хорошего вам отдыха! Бронируйте путевку в Вилла Елена онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.